Дорогие друзья, на этой неделе вы можете получить приз от натуральных молочных продуктов под торговой маркой «Кунгурская». Вот этот замечательный блендер. Что для этого нужно? Поучаствовать в нашем конкурсе «Семейные рецепты», отправив свой оригинальный рецепт с использованием кунгурских молочных продуктов на наш электронный ящик nd@refey.ru. Также необходима ваша фотография и контактный телефон. Уже в эту пятницу самый интересный рецепт будет приготовлен в программе «Что есть», а его автор получит блендер от Кунгурского. Спонсор рубрики «Что есть» – натуральные молочные продукты торговой марки «Кунгурская». Кунгурские молочные продукты – рекомендации лучших коров. Такие зеленые, такие ароматные огурцы буквально просятся в салат, а в сезон – в маринад. И это зачастую, увы, все, что мы можем предложить им и себе. Непорядок – непорядок. Даже не забывая о существовании такого прохладительно-питательного средства, как окрошка, давайте посмотрим на них шире. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, в замечательном перечне огурцовых успехов и возможностей значатся коктейли, дипы, даже десерты. Хотите подробностей? Пожалуйста. Наверняка самое дикое блюдо из огурцов в мировой кухне для нашего восприятия – это, конечно, варенье. Примечайте, вдруг когда-нибудь пригодится. На полкило огурцов берется стручок ванили, сантиметр корня имбиря, 300 граммов сахара и, ай, какой неожиданный результат гарантирован. Далее, в очень жаркий день сорбет из огурцов и мяты может поднять на вершины блаженства. Тут уже ничего варить не надо, просто тертый огурец, сахар, мята и заморозить. А насколько будет вкусно, зависит от каждого. Личной степени интенсивности борьбы со стереотипами. Сладкий огурец, да что вы, да как такое может быть? Вот уж точно пищевые привычки зачастую мешают посмотреть на продукт с другой стороны. А между тем, сладкий огурец – это тот же арбуз, кстати, они родственники. И, возможно, если когда-нибудь на знойном юге доведется отведать маринованный арбуз, все встанет на свои места. Но дальше об огурцовых сочетаниях. И не сладкое порой озадачивает, как вам, к примеру, коктейль огурец, джин и тоник или огуречный мохито. А предпочитаете максимум коктейльного вкуса и здоровья? Что ж, просто огурцы, лайм, мята, минеральная вода. Освежающее действие обеспечено. Однако и о закусочном холодном столе забывать не стоит. Длинные полоски огурца, свернутые в рулеты, со сливочным сыром и красной рыбой. Выше всех похвал. А знаменитый греческий соус цацики, огурцы, йогурт, чеснок, зелень, а болгарский таратор практически все то же самое, да еще и грецкие орехи. Но стоп, пора обратить внимание на то, что мы приготовили сегодня. В иранской кухне этот суп назвался бы очень красиво – абдухияр. Ну а мы приводим его практически дословный перевод. Йогуртовый суп с огурцами. Огурцы очистить от кожицы, мелко нарезать, соединить с репчатым луком, залить йогуртом. Добавить в суп зелень, а затем измельченные орехи и изюм. Посолить, поперчить по вкусу, можно добавить лед. А можно и не добавлять, просто хорошенько остудить в холодильнике, да и сами по себе огурцы освежают, да и только. Ну а что до йогурта, выбирая его, не забывайте о так называемом законе йогурта. Длина списка ингредиентов обратно пропорциональна пользе йогурта. То есть чем длиннее список ингредиентов, тем меньше он полезен. Выбирайте настоящее. С вами была Жанна Соловьева. Удачи! Настоящий йогурт содержит всего две составляющих – молоко, цельное или обезжиренное, и живые бактериальные культуры. Никаких Е, красителей, наполнителей, эмульгаторов или просто сахара. Вы за здоровое питание. Тогда выбор очевиден – кунгурский йогурт без наполнителей. Просто полезный, просто йогурт.